В результате падения легкомоторного прогулочного самолета в Пицунде погибли пилот и два пассажира. Предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзып недалеко от Пицунды. В посольстве России в Абхазии сообщили, что все погибшие – россияне. Пассажиры Андрей Уколов, 1987 года рождения, и Екатерина Дарныкина, 2011 года рождения, из Москвы. Пилот Александр Семенов из Самары. Как сообщают информагентства, 6-летняя девочка, ее мать и отчим отдыхали в частной гостинице в Пицунде. Однако мать, будучи беременной, отказалась от прогулки на самолете. Семья должна была лететь обратно в Москву в четверг, но решила продлить отдых до пятницы. Прокуратура Гагрского района совместно с транспортной прокуратурой Абхазии устанавливают причины произошедшего. По информации МЧС республики, прогулочный легкомоторный самолет принадлежал коммерческой фирме «Седьмое небо». К слову, это уже второй подобный инцидент за последний месяц. 6 июля при заходе на полевой аэродром Пицунды совершил жесткую посадку самолет, принадлежавший частному лицу. Двое пассажиров, туристы из Москвы, получили травмы различной степени тяжести.